Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Энни, и сегодня мы поиграем на карте «Приключения на овечьем корабле». Да, это именно так, поэтому давайте же начнем. А, так вы искатели приключений. Вы забрались в храм за тотемом. Вот это да, у вас получилось найти меня. Вот только, как же вам теперь выбраться наружу? Эй, смотрите, здесь есть 4 рычага на стене. Конечно же, они откроют дверь на свободу. Понятно. Давай я тебя сложу подальше. И вот, как видим, тут есть 4 рычага. Ну-ка, что будет? Ой, дикарика. Ой, это плохо. Как вы, опытные искатели приключений, могли попасться к дикарям? Ну не печальтесь, из любой ситуации есть выход. Взгляните, с вами в клетке овца. Попробуйте поговорить с ней. Чтобы это сделать, кликните свободной рукой правой кнопкой мыши на куб диалога. Привет, не бойся, я необычная овца. Я участник экипажа круизного корабля. Наша стоянка находится недалеко отсюда. Как и тебе, мне повезло угодить в ловушку дикарей. Похоже, они хотят сварить тебя. Может, получится придумать их план побега, пока они отвлечены. Ага, Бирака дал вам задание. Некоторые объекты или предметы могут появляться только после взятия нужного задания. Осмотритесь, барашек обронил шерстинку. Она может вам пригодиться. А еще вы можете разбивать некоторые маленькие кубы рукой, чтобы получать вещи. Используйте это задание здесь. Возьмем. Интересно, что он в виду имел как маленькие блоки? Вот это? Теперь из этих вещей можно что-то сделать. Объедините палку и нитку в сетке крафта в инвентаре. Угу, палка, нитка, палка. Вот так. Не забывайте пытаться объединять два предмета, когда вам кажется, что это что-то даст. Теперь вам нужно найти, что можно подстрелить из рогатки. Оглянитесь вокруг. Птичка. Неплохо подмечено. Вот еще совет. Всегда наводите курсором на найденные вещи. Некоторые предметы могут делать что-нибудь особенное, и в таком случае они будут иметь описание. Остроклювый попугай может ломать дубовые доски. Вот. Задание барака выполнено. Не спешите убегать. После выполнения чьего-либо задания вам нужно поговорить с персонажем, который вам его давал. Бирака ждет вас. Выход, вот только я повредил ногу и не могу идти с тобой. Тогда возьми мою шкуру, и так ты сможешь замаскироваться и обойти дикарей. Направляйся к берегу и поговори с капитаном. Команда придет за мной, потому что я незаменим. Взгляните на себя. Вы теперь выглядите как Бирака, ха-ха. Ну что, теперь обойдите дикарей и скорее бегите к берегу. Капитан ждет вас с заданием на яхте. Ну-ка, уки-бойи, как я выгляжу. Идеально я выгляжу. Так, обойти дикарей. Я так понимаю, их на обойти и вот сюда побежать. Бежим. Так, а кто это у нас тут лежит? Привет. Не хочешь поболтать? Нет, он не хочет. Ну ладно. Профессор Бекот. Здрасте. Пробен и Арбеша. Давайте поднимемся. Я так понимаю, нам надо идти... куда-то вот сюда. Капитан Берстон. Так, Бирака, что-то вас долго не было во время нашей остановки. Пора отправляться домой. Убедитесь, что все готовы к обратной поездке. Затем сообщите мне. Мы не можем долго ждать. Доступны новые задания. Появились новые штуки. Ой, капитан принял вас, Бирака. Ну, ничего не поделать. Придется уплывать вместо настоящего Бирака. Ну, кажется, вы разобрались, что как делать. Тогда хватит обучения. Не забывайте обыскивать каждый угол. И удачи в вашем приключении на корабле овечек. Хорошо тогда. И у нас появились, с кем можно поговорить. Давайте поговорим сначала с Арбешей. Бирака, вот тебе послание. Прочти, пожалуйста. Бирак, помехи пробен не разрешает мне взять с собой крабика. Он маленький и не доставит проблем. Спрятал его под кустом около джунглей. Достань и положи краба в мою каюту на корабле в руку стойки. В руку стойки для брони, чтобы он не сбежал. Пожалуйста. Окей, давайте сделаем. Под кустом около джунглей. Хм, и где же этого крабика нам найти? Давайте еще кого-то расспросим. Слушай, Бирака, может тебе удастся уговорить Арбешу не проносить крабов на яхту? Не, не удастся. Профессор Бекот. Я не отправлюсь на корабль, пока не заполучу в мою коллекцию редкое семя из одного растения. Вы поможете мне в этом.
Возьмите это мачете, оно поможет добраться до нужного места в джунглях. Оно недалеко, вы должны его найти, постарайтесь вернуться живыми. Хе-хе. И с нужным семенем, конечно. Мачете. Нужно растение. Редкое растение. Эй, чувак, пора отправляться. Что значит отправляться? Мы не пробыли здесь и минуты. Вот, гляди, стрелка на часах даже не сдвинулась. Проходи, когда действительно придет время. Сломанные часы. А, ну теперь понятно. Итак, подведем итоги. Нам нужно найти где-то куст. Нам нужно где-то найти крабика. Я, кажется, нашел. Безобидный краб. Отличненько. А теперь бежим на место. А как понять, какая его каюта на корабле? Кайбек. Брака, проблема. Дверь снизу заклинила. Как жаль, что у нас на яхте нет топорика. Понятно, мне еще и за топориком идти. Задание Арбеши выполнено. Это хорошо. Так, все готово. Ладно, пробен. Тогда я, пожалуй, оставлю краба на пляже. Хе-хе. Теперь нам надо найти хвою. Если честно, сам не помню, как выглядит хвоя. Ох, он согласился. Вот это да, отлично, спасибо. Да, пожалуйста. Лучше скажите, где мне найти хвою? Я понял, кажется, нам надо, по идее, починить еще и часы. Кубентио. Да, в честь нашего отправления назад мы обязаны устроить фейерверк. У меня есть несколько ракет, вот только нет пусковой установки. Но на корабле точно должны быть детали от нее. Сооруди установку и устрой представление. Мистер Бенджу. Знание позволяет делать нас сильнее. Книга в моей каюте, лучший пример для этого. Понял, нам надо принести книгу. Давайте будем искать каюты. Сундук Арпеши заперт. Тут столовая, тут закрыто. Я все комнаты обижал, но так и не нашел. Ульберг. Как же я не люблю крыс. Пока мы здесь стояли, к нам пролезли несколько гадин. Драка, сможешь избавиться от них? И лопата. Вот она. Вот она, вот она, вот она, вижу. На, получай. Я вот еще одну вижу. Так, еще ищем. Возможность на этом этаже. О, нашел. Получай. И это не все. Давай, я хочу с тобой поговорить. Да, у тебя получилось. Вот, возьми эту коллекционную монетку. Кстати, одну я спрятал на берегу. А позже на нашем корабле я спрячу еще 4 таких. Когда мы отплывем. Если хочешь, можешь потом попробовать найти их. Все до того, как наше плавание закончится. Коллекционных монет собрано 1 из 6. Угу. Может, нам стоит покормить какую-то из собак? Нет. Может, нам стоит поговорить с кем-то еще? Альберат. Хей, Брака, привет! Как же грязно стало на корабле за наш путь сюда. Я немного не справлюсь. Если увидишь какие-нибудь пылинки, не поленись подобрать. Ладно. О, нашел. Ого, тут пыли. Хоп. Хоп. Задание Альберада выполнено. Поговорим? Да ты прибрался на всей яхте, вот это да. Спасибо, теперь можно отдохнуть. У нас было задание найти всякие материалы. Хорошо, сейчас поищем. Железный слиток. Каркас установки. Ну, вроде и все. По идее, мы собрали. Теперь соединяем. Нет. Это так и должно было быть. Пусковая схема, вот. Есть. Пусковой поршень. Если соединим пусковую схему и пусковой поршень, у нас получится воронка. А если соединим каркас установки и воронку, пусковая установка. Можно ставить на гладкий камень. Это вот сюда. Загружаем фейерверки и пускаем. Задание Кубентия выполнено. Барака, ты лучше всех. Праздник удался на славу. Спасибо. Это что еще там происходит? Берник, что происходит? Ведро. Барака, где ведро? Ну-ка. Подвинься. О, да там все затопило. Алибенна. Здравствуйте, поможете мне? Мои драгоценности случайно высыпались из моих мешочков. На пляже прямо в песок. Мне удалось собрать большинство, но, к сожалению, 2 камушков не хватает. Можете поискать их. А заодно разложить по мешочкам. Опа, я что-то нашел. Коллекционная монета. Собрано 2 из 6. Наша задача собрать драгоценности. Где они могут быть?
Погодите-ка. Я, кажется, что-то заметил. Что это такое? Да, это драгоценность. Оно всего лишь в песке было. Я около часа искал вот этот кусочек. И мы наконец-то нашли эту драгоценность. И давайте вот это. Так. Хоп. Задание Альбены выполнено. И как видим наверху, там показывается, что задание уже выполнено. Ох, у вас получилось. Большое спасибо. Я не забуду вашей доброты. Пожалуйста. Напоминаю, что профессор Бекот хотел получить редкое семя одного растения, ведь без него он не отправится на корабль. Мачете может ломать хвою. Нам надо, видно, отправляться в ту сторону, но как мы это сделаем, я не знаю. Бенджи попросил нас взять книгу из его каюты. Так давайте это сделаем. Я нашел его книгу. Она вот тут была. Господи. Ты чё за... Отдай. Отдай мою книгу. Задание Бенджи выполнено. Ну и отлично. Вот его книжечка. Давайте же выдвигаться к нему. Осторожность также делает нас сильнее, не забывай этого. Ну, тут я полностью согласен. Так что быть нам надо точно осторожней. Бернек у нас просил ведро. Так давайте же попробуем его найти. Опа. Задание Бернека выполнено. Это очень хорошо. Бежим к нему. Давайте поговорим с ним. Наконец-то, спасибо. Надеюсь, не поздно. Спускаемся. Кажется, я что-то важное нашел. Шестеренка. Ага. Кому у нас нужна была шестеренка? Правильно, Небетину. Ведь при помощи шестеренки и часов мы их починим. Задание Небетина выполнено. Как? Ну, похоже, действительно пора. Часы не могут обманывать. Остался профессор Бекот и Кайбек, которому нужен был топорик. Давайте же попробуем каким-то образом его найти. Погодите-ка. Меня кое-что сейчас осенило. Кость. Железо. Железный топор. Задание Кайбека выполнено. Давайте отдадим ему этот топорик. Ого, откуда у тебя топорик? Благодарю, тогда скоро попытаюсь решить проблему с дверью. Остался только Бекот. И нам надо выполнить его задание. Кажется, я нашел, где вот этот цветочек. Но есть одна проблема. Как туда забраться? Ведь если я прикоснусь к воде, я заспавнюсь на суше. Я сейчас всеми способами пытался запаркурить, обойти как-то и так далее. Но я заметил вот эту часть. Ее можно сломать, ведь мачете у нас может ломать хвою. Это значит, что мы можем вот так пройти. Ух ты ж, редкое растение. Ты чё? Ничего себе, не надо, не надо, не надо, спасибо, я не хочу. Не хочу, нет. Нет, не стоит. Оно же на месте стоит. Да. Получай. 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 Нет. Ну-ка. Атакуем. Убегаем. Атакуем. Убегаем. Ой-ой. Это очень плохо. Это плохо. Я так понимаю, по ним нужно бить. Да. Они эффект наносят. Я надеюсь, оно не хилится хотя бы. Не успел. А вот теперь успела она. Кусается еще так больно. Как теперь? Это очень плохо. Мы должны быть очень осторожными. Растение слишком сильно кусается. Кусается больно. Да не кусайся ты. А он подходит. Это опасно.
Я немного похилюсь. И давайте последние удары наносим. Последний. Задание Бекота выполнено. Все, теперь можем выбираться. Ура! Ломаем снова эти блоки. И у нас появилось редкое семя. Не ожидал от вас успеха. Ну ладно. Задание Берстона выполнено. Теперь же идем давайте к капитану. Все готово к отправлению? Потрясающе! В путь! К концу дня мы все будем дома.